Данюшку угостили конфетами. Помаши ручкой, Дань. Ой, эти мои сладкие. Вон целую кучу конфет. Скажи, тетя Катя мне дала конфеты. Да, скажи спасибо. Скажи, столько конфет много дали. Что-то тут конфеты бабуся ворует. Ну это она может. Да. Смотри, вечером надо попише срок сидеть. Ну, скажи привет, Таня, да? Скажи, да. Ты мне говоришь привет, Таня? Ну да, привет, Таня. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья. С вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на моем канале. Всем большой приветик от меня. Мои хорошие, как вы знаете, я нахожусь в Анапе. В Анапу я приехала ради нашей встречи. Кстати, если честно, немножко расстроилась после стрима, когда многие мои подписчицы, которые хотели со мной встретиться, написали мне, что не смогут этого сделать. У всех свои какие-то там причины, да? Я вас всех прекрасно понимаю, но, если честно, я немножко так подрастроилась. Даже всплакнулась чуть-чуть. Вот. Но все-таки, каково было мое удивление, когда мне на почту и ВКонтакте стали приходить сообщения, что девчонки все-таки желают со мной встретиться и приедут на встречу. Я, кто мне написал, и тем, кто мне написал, я сообщила адрес, свой номер телефона, чтобы могли со мной связаться. Спасибо вам большое. У нас будет небольшая компания. Все, значит, будет так по-домашнему, как я уже говорила. Ой. Извиняюсь, по-домашнему, так как я сняла гостевой домик, сняла именно гостевой дом с мангалом, где присутствует, так как я решила вас всех угостить шашлычком. Вот, естественно, я сегодня сделала закупочку. Сейчас вам, кстати, покажу, что я прикупила. Вот, и наша встреча, несмотря ни на что, состоится, пусть даже нас будет несколько человек, но эта встреча произойдет. И всем вам большое спасибо, мои дорогие, за то, что вы решили со мной встретиться, за то, что вы решили откликнуться на мое предложение. Многие девчонки, которые со мной общаются очень давно, к сожалению, не смогут просто-напросто приехать. Вот у Леночки Кожановой мы с ней общаемся очень тесно, вот, и в WhatsApp. Она и с Танюшкой, и со мной на пару общается. У нее заболел муж. Ему делают операцию, по-моему, операция на сердце. Леночка, выздоровление твоему мужу, и чтобы все прошло хорошо. Я тебя прекрасно понимаю и нисколько даже не обижаюсь на тебя. Даже об этом не думай. Ты у меня умница и красавица. Вот. Мы с тобой еще обязательно встретимся, тем более я так поняла, что у тебя сестра живет в Холмской. Ты к ней приедешь в гости и обязательно к нам также заглянешь на огонек. Вот, буду тебе очень-очень рада. А мужу твоему скорейшего выздоровления. Все будет хорошо. А, значит, другая девочка, да, девочка, потому что у меня все девочки, написала мне, что Леночка с удовольствием приехала, но расстояние от ее станицы, где она живет, до Анапы очень большое. Говорит, у меня получится, что буду весь день в дороге, в пути. Очень жаль, конечно, очень жаль. Вот, другая девочка написала, что хотела бы приехать и спрашивала, есть ли место здесь, чтобы остановиться. Да, место есть, как я уже говорила, 1000 рублей стоит номер. Если вы не против, приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Места здесь имеются.
Ну, если даже не здесь, то я думаю, мы сможем вас разместить. Вот. Главное, чтобы у вас было желание приехать и побывать на нашей встрече. Сегодня пошла, говорю, по магазинам. Договорилась с Любашей, это канал «Мама и Оля», чтобы она меня свозила по магазинам, но так как родственники согласились мне помочь, в этом деле я не стала человека лишний раз беспокоить, вот, и прокатились мы, короче говоря, без помощи Любоньки. Ну, все взяли, что необходимо, и мясо купили, и продукты для стола все необходимые купили. Даже торт девочки купила, даже шампанское купила. Вот. И водочки купили, и коньячку мы купили. И, короче говоря, ждем, ждем, только вас ждем. Даже девочки, может быть, вино домашнее на столе. Просто я не знаю, ваши предпочтения, ваши вкусы. Встречаемся, как говорится, впервые. Ну, если вдруг кому-то захочется винца, то оно будет на столе присутствовать. Предпочтения у всех, конечно, разные, да, мои хорошие? Вот. Ну, я так настроена. Сегодня, говорю, поехала, купила уголь древесный, именно вот для шашлыка, купила рожек. И такая вся на позитиве. Жду нашей завтрашней встречи. Конечно, очень волнуюсь, потому что эта встреча произойдет у нас впервые. Я моих подписчиков знаю только онлайн, наяву мы еще не встречались, и я надеюсь, что эта встреча пройдет всем на радость, и все довольны. Как я и обещала, девчоночки, вам будут подарки от меня, вот, хотя мне там многие писали, что Лена, подарок — это встреча с тобой. Вот, ну, кстати, кто писал, не один человек такой писал, многие из них просто не смогут приехать, к сожалению. Я, девчонки, сама в этом виновата. Надо такую встречу организовывать заранее, хотя бы за месяц, там, за два, чтобы люди смогли как-то свое время распределить. Я это все сделала как-то спонтанно, по-глупому, короче говоря. Но кто сможет приехать, очень рада буду, очень рада. И кто мне уже написал, и ВКонтакте, и на почту личную, вот, я всем оставила свой номер телефона. Так что, девчонки, я вас всех очень-очень жду. Ну что, мои дорогие, на сегодня я буду с вами прощаться. Хочу только сказать единственное, что погода здесь прекрасная. Солнышко, море, просто красота. Единственное, что я только, девочки, жалею, что не все смогут приехать навстречу. Единственное. А остальное все ерунда. Как говорится, было бы здоровье, были бы деньги, остальное все приложится. Вот, мои хорошие. Ну ладно, девочки, буду с вами прощаться на сегодня. Сейчас пойду, ну где-то, может, через часок, через два приму душ, вот, голову помою, приведу себя в порядок, божеский вид, буду готовиться к нашей встрече. Всех вас очень сильно люблю, всех вас люблю, обнимаю. Даже если вы ко мне не сможете попасть на встречу, все равно я надеюсь, что на следующий год, даст Бог, все будет по-хорошему. Я заранее повещу, где-то за месяц, за два, мы будем готовиться к этой встрече, и она у нас с вами состоится. Ну а где она состоится, мы с вами вместе решим. Все уже зависит от нас, как говорится, с вами. Где захотим, там и встретимся, правда? Ну вот, мои дорогие, на сегодня вся информация. Пишите свои отзывы в комментариях. Не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны. Если вам моя особа понравилась, мой канал, то обязательно подписывайтесь. С любовью к вам, ваша Елена.